Представьте такую картину. В центре города стоит очередь за костями, так? И... Извините, почему за женскими? Я... За мясными. За мясными костями. Что, вспомнить не можете уже, что ли? На секунду отвлекусь, напомню. Однажды немец, англичанин и русский стали беседовать о мясе. Немец говорит, мы свою скотину убиваем только при помощи электричества, чтобы она не успела испугаться. В противном случае мясо сильно горчит. Англичанин говорит, мы свою скотину перед тем, как убить, калорийно кормим. После этого 2,5 часа она слушает инвенции Баха. И мясо получается нежное-нежное. Русский говорит, не знаю, как у нас это происходит. Лени не имею. В магазин заходишь мясной, на прилавке кости, хвосты и копыта, и все. Взрывают их, что ли? Вспомнили, чудесно. Итак, пошли дальше. В центре города стоит очередь за мясными костями.